Всем привет, с вами Роман Раскольников, и сегодня я буду играть в игру под названием My Gaming Club, что в переводе на русский означает «мой игровой клуб». Мне порекомендовали в эту игру поиграть, и вот я решил попробовать. Так, только вот язык, можно ли здесь язык поменять? А, да. Отлично. Так. Игровая музыка. Так, надеюсь, короче... Ага, а вот эти обозначения не перевелись. Так, change mode выбрать, положить. Почему взаимодействовать через R? Ну, понятно. Потому что положить... Ну ладно, потом разберемся в управлении. Так, хорошо, новая игра. Мое имя. Так, обучение. Ну, давайте обучение включим. Так, включить режим перестановки только для крупных предметов с клавишей X. Возьмите стол в руки. А как его взять? Понял. Чтобы поставить предмет, нажмите F. Понятно. Я же сказал... Так, отмена, вращать влево, вращать вправо, включить привязку. А, понял. Все, что ли? Да, отлично. Так, поставьте монитор на стол. Ой, я стол взял. Так, стоп. Давай вот так вот поставим. Так, теперь мне нужно монитор поставить. Так. Так, что означает привязка? Включить привязку. Привязка к столу, наверное, когда мы будем вращать стол. Вместе с столом будет монитор вращаться. А если мы его не привяжем, скорее всего, стол будет вращаться, а монитор будет смотреть только на нас. Так, поставьте клавиатуру на стол. Ух ты. Ой, мышь неправильно поставил. Что, серьезно? Ну ладно, пускай так. Поставьте пока на пол. Ой, на стол. Так, что тут у нас? Наушники, стул, системник. Ты, ё-моё! Да. С этим могут возникнуть проблемы. Компьютер под стол поставил. Ладно, я понял. Так. Да ё-моё! Так, хорошо, я понял. Придется немножечко повозиться. Неудобное управление. Так, отлично. То есть я могу сразу несколько предметов брать. Так... Теперь клавиатуру задом наперед. Как это вообще работает-то? Выключить привязку. Режим перестановки. Так, поставьте пока на стол. Я же его поставил. Режим перестановки. Снять. А, взять. Давай-ка пока сюда поставим. Интересно, как она стоит. Так. Поставьте ПК под стол. А, под стол.
Понятно. Так. Короче, тут у нас проблема возникла. Ну ладно, пойдет. Так. Я его не могу теперь взять. Взять. Так, а если я поверну? Да как это вообще работает, ё-моё? Я запорол, короче... Я и стол не могу взять. Я... Так, я его теперь поднять не могу. Так, в общем-то, я засофтлочился, поэтому пришлось начинать игру заново. Так, поставьте под стол, говорит. Хорошо, я понял. А, представьте стул. Так, включите компьютер. Так. А, и как его включить? А, вот, нашел. Чего, блин? А, меня телепортнуло. Так, поместите... так, Озу в материнскую плату, я понял. Озу же. Озу, это оперативная память. Почему мне предлагают взять... А, вот я понял. Потому что почему-то я смотрел, галочка была почему-то на видеокарте. Так, процессор. Так, взять износ. Износ 0%. А как его установить? Хм, забавно. А, я понял. А. Это так работает? Что-то мне кажется, что я его неправильно поставил. Как это вообще работает? Поместите процессор в материнскую плату. А я не могу его... А, вот. Вставить. Все, я понял, как это работает. Так, теперь видеокарту. Так, возьмите отвертку. Так, наведите на кулер. Прикрепить. А, прикрутите кулер к материнской плате. Так, прикрепить. А, снимите крышку системного блока. Так. Капец тут мороки. Так, прикрепить, да? Открепить. Так, прикрепить. Так, блок питания. Неправильно. Так, прикрепить. Ой, чё... Подожди-ка. Похоже, я опять засофтлочился. А, понял. Бросить. Так, прикрепить.
Просто думал, нам надо еще провода, блин, подключить, они сами автоматически подключаются. Хорошо. Так, опять не то. Ну я... А, неправильно, я неправильно взял, я понял. Да, капец тут мороки, конечно. Все, что ли? А, подойдите к процессору. Нажмите достать телефон. Один. Так, откройте приложение камера. Фото. А, сделайте 3x приближение с помощью... Ну, это понятно. Обязательно 3x, а можно больше? Чтобы выйти из режима, нажмите, я понял. Откройте приложение eBay. А, продать. Сейчас будем продавать, что ли? Сейчас нас научат продавать. Что-то он... Перейдите во вкладку продажи. Так, разместить объявление, я понял. Выберите фото. Так, перейдите во вкладку продажи, разместите объявление. Так. Intel 2 Duo. Так, состояние отличное, 58 баксов. А, мы можем побольше взять? Давайте 70. Не, 70 это слишком много. Давайте 60. Пускай будет круглая сумма. А, поставьте автомат. Забрать деньги. Пусто. А как мне его поставить? Я никак не могу взаимодействовать с этим. Так, открыть. Так, использовать. Поставьте автомат. Сбросьте на... Так, ясно. Как отсюда выйти? Так, я понял. А, я все понял. Я режим не переключил, оказывается. Так, неважно, короче, не имеет значения, как мы его поставим. Пускай так стоит. Так, возьмите продукт. Так, закрыть, открыть, взять, а мне наоборот надо положить. Да, вот, допустим, вот так вот. Так, закрыть. Отлично, начинаем игру. Да, капец. Капец сложно. Я играл раньше в симуляторы, но, блин, там не все действия прям симулировали. Это ужас какой-то. Так. Ну ладно, он сам поставился как нужно, так. А продавать нам сорт нечего, так. Похоже, мне нужно собрать свой первый ПК. Так, опять не то сделал. Похоже, у нас клуб будет в гараже. Так, давайте экономить место по максимуму. Так, внимание, чем лучше оборудован ваш стол, тем выше может быть тариф. Однако не стоит забывать, что клиенты будут ожидать и соответствующее железо. Крутой стол равно мощный компьютер. Понятно. Так. Сразу мы все соберем. Ой, зачем? Так, иди на тебя. Так, ладно. Похоже, мы стол неправильно поставили. Значок должен быть вот здесь вот, но не имеет, на самом деле не имеет значения. Я предпочитаю, чтоб... Ну ладно. Пускай лучше так стоит. Мне так нравится больше. Вот так вот поставим.
Так, а... Значит, вот оно как. Я просто хотел сначала монитор поставить, а не мышь. Ну, пускай мышь тогда вот будет вот здесь вот. Так, клавиатура здесь. Опять она у нас задом наперед. Так, и монитор нужно поставить. Думаю, вот так вот. Так. Думаю, пойдет. Так, стоп. Во, вот так вот. Это еще что такое? Пускай это здесь стоит. Вешалка. Так, швабра. Можем ли мы ей что-то делать? Мыть. Ну да, пой... О, привет, мужик, ты что здесь делаешь? У нас как бы еще клуб не открылся, вы чего здесь делаете? Это мои клиенты, которые, короче, пришли, но у меня нет ничего. Так, взять. Включить. Так, что-то тут нету. Угу, говорит, нету монитора и нету у нас системного блока, но он же здесь стоит. Похоже, его надо именно всегда ставить вниз. Не работает? Ты, ё-моё, выбросил. Так, стоп. Он же правильно стоит? Да, он правильно стоит. Так, вот теперь засчитали. Теперь мне каким-то образом надо сделать так, чтобы засчитали монитор. Может, его поближе поставить? А, понятно. Допустим, я взял... И поставлю вот сюда вот. А, я понял, всегда вниз надо ставить. Ха, сразу включился. Блин, они симулируют прям такие действия, что мне нужно прям крутить клавиатуру и все дела. Но они не симулируют действия, что мне надо его подключать. Как он вообще подключен к компьютеру, блин? Где провода? Это беспроводной монитор? Так, ладно, использовать. А, помните, каждая мультиплеерная игра в Steam должна быть на отдельном аккаунте, иначе клиенты не смогут в них играть. Также клиенты сами выбирают себе аккаунт Steam из существующих, в зависимости от доступных в нем игр. Понятно. А... Все, отлично, круто, прикольно, они симулируют даже рабочий стол. Так, мой компьютер, что у нас тут есть? Локальный диск на 250 гигов. Так, устройство. Материнская плата. А, гигабита, га... Ну ладно, процессоры. Intel Celeron. Так, видеоадаптеры. NVIDIA GT32. А почему кулер не обра... Подождите, у меня нет кулера? Так, персонализация. Круто, мы можем поменять картинку рабочего стола. Пускай будет лес. Нет, лучше пускай стандартная будет. Так лучше выглядит. Так, не то. Так, магазин. Магазин удалить. Проводник, мой компьютер. Steam загрузить. Так, установить. Отлично. Так, что у нас тут еще есть? Антивирус. Ха. Так, а браузер у нас есть. 30 баксов? У меня нету 30 баксов, ладно. А как мне вообще посмотреть, сколько у меня денег? Так,
Потом накоплю. Так, установлю. Хорошо. Проводник. Магазин, библиотека, профиль. Создать аккаунт. Создать аккаунт. Комп один пускай будет. Так, все отлично. Ну, отлично. Так, что у нас есть? Мут. Мут 3. Car Cry 5. Grand Auto 4. Half-Life 4. Half-Life 4. Need for Speed. С ошибкой. Dota 3. Sims 8. Так, Call of Pat. А, Call of Dat. 32 бакса. Так, а у нас есть. Дота, по идее, должна быть дешевая. По факту она бесплатная должна быть. А, 8 баксов, ничего себе. Надеюсь, у меня есть деньги. Недостаточно средств на счете. Так, хорошо, а как мне начать зарабатывать деньги? Чтобы зарабатывать деньги, мне нужно установить хотя бы одну игру. Даже самая дешевая игра, которая стоит 8 баксов. И я и то ее не могу купить. А как пополнить? Настройки? А, не то. Так, теперь мне нужно как-то покинуть компьютер. Все отлично. Так, а как мне начать зарабатывать деньги? Так, думаю, пришло время, короче, продать вот эту штуковину. Потому что я ничего поделать не могу с этим. Товар не распознан. Уйди, не мешайся. Товар не... Ой, блин, я не могу ее продать. Понятно. Так, как выйти из... Так, все отлично. Так, компьютер есть? Но я ничего не могу поставить на нем. Может, что-нибудь скачать? Подождите, а может, тут пиратку можно установить? Потому что денег у меня на... Браузер не открывается, магазин, я понял. Так он же этот, походу... Бесплатные же были вроде приложения, которые я установил. Но я хочу купить, не могу. Как положить средства на счет? Как вообще хоть как-то получить деньги? Так, пришло время посмотреть настройки. Бегать, взаимодействовать, выкинуть, поставить, вращать влево, вращать вправо, писать. Управление машиной, режим перестановки, привязка. Что значит писать? Блин, все-таки я первый раз правильно прочитал. Ой, блин!
Че я сделал? Так, нам придется помыть. Там у нас вроде чистота, короче, убавилась или что-то типа того. Взял, нагадил у себя в клубе. Так, нам надо что-то продать. Пока я ничего не... Так, это моя машина? Точно, это моя машина. Так, слушайте. У меня есть аккумулятор. Так, но я с ним ничего делать не могу. Так, а может... Так, может мне надо продать аккумулятор? Давайте продадим аккумулятор, чтобы хотя бы одну игру установить. Чтобы у нас хотя бы клиенты были, потому что у меня проблемы, я не знаю, как заработать денег. Может, кому-нибудь аккумулятор пригодится? Так. Понятно. Немножечко привыкаю к управлению. Управление просто неудобное. Так, выберите фото. Товар не распознан. Да, откуда мне взять деньги? Да они просто приходят, короче, и... Заходят и уходят. Как я Они хотят что-то купить в торговом автомате, а ничего там нет. У меня денег нет для того, чтобы купить. Так, закрыть. Так, давайте, короче, пройдемся, может, что-нибудь найдем. Ух ты, ничего себе. $720 стоит. Так. Это у нас какой-то магазин. Ладно, хоть туалет бесплатный. Да, у него слишком все дорогое. Мне хотя бы 8 баксов найти. Так, подождите, как тут быстро бегать? Так, здесь у нас пусто. Неужели вообще ничего нет? Я не могу запустить свой магазин, потому что у меня денег сейчас нет. Так, может, в мусорке полазить. Так. Урген кафе. Мне сейчас бы хотя бы хоть что-нибудь найти, что можно было бы продать. Да, первая проблема. Клуб открыл. А денег для того, чтобы купить игру? Нет. Почему Гейб офигел и сделал Dota 3 платной? Я бы хотя бы Dota 3 установил. Там вот что-то блестит. Это глюки текстур. Так, кстати, а тут дофига, короче, пространство. Правда, оно все пустое, вообще людей нет. Натыкали, конечно, здесь дофига всяких текстур. Проблема в том, что у меня денег нет. Может, машину продать? Забавно. Ко мне ходят клиенты, но... А, говорит, стула нет. Подожди.
Так, наверное, все-таки проблема связана со столом. Возможно, надо было стол правильно поставить. Так, ну ладно, давайте мы на этом завершим серию. Я потом попробую еще поискать тут, может, что-нибудь найду, что можно продать, или игру заново начать. Ну ладно, давайте на этом я завершу серию. Всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока.